Всем привет! Сегодня у нас вторник. И мы с Дашей сейчас едем. Едем, короче. Куда потом все вам покажу и расскажу. У нас несколько маршрутов на сегодня. Я забыла, как всегда, ключи от машины в доме. Мы сначала едем там в одно место, потом до Куми заедем. Вона просила. И... Жарко на это слово. Но сегодня... Нормально. Мы, кстати, сегодня даже спали хорошо, потому что было нормально, не жарко. Даже холодно. Даша вообще сказала, мама, ты из меня одеяло стягиваешь. Даша, надо придавливать, а обережно. Мам, я придавлю. Угу, я бачу. Мне просто неудобно, там на мясо мало. А ключи до машины? О, нет. А, жарко. А что я сижу? А. Салфетка. Не поняла, что будешь любить. А? А что ты собралась любить? О боже, я... А я думаю, зачем ты взяла с собой косметичку? Все. Ты серьезно будешь краситься, что? Да. Ну ты даешь. Кусок рыбы, обижай воду, чи як то. А дай это, она телефон достану. Блин, сейчас мы уже трошки по времени, как бы и не совсем успеваем. Ну ладно, уже буде як буде. Максим, что с тобой? Максим, звонит, тебе не звонит? Нет. Может, он тебе звонит? Это ж твой друг. Чего он мне звонит? Не, ну если он мне писал, а не дописался и начал звонить, тогда да. Понятно, почему ты звонил. Да. Дивись, Даша, ты уже прям товару сколько завезли? Да, там есть дело такое. Ой, фу, у меня, кажется, что-то потекло в косметичке. Ну не потекло, но, короче, из помад. Не, ну сегодня все равно не так жарко, как мы. Як обычно. Це моститься. Ой, Даша, ти готова вже к школі? А? Скажи мені, дочь. Ні. Надо ж поїхати до школи, скупитися буде. Зробити back to school. Да, ребята? Не хочу. Не хочу. Сьогодні, кстати, після обіду взагалі дощ передають. Снимем back to school. Якісь надо і туфлі купити, якісь надо... Ну все, там, понятно, що так одежа є, але все одно треба щось до школи скупитися. Кстати, я поїхала в шлюпках, не захотіла красоти. Треба якісь щось, туфлі, там босоножки є, кросовки є, ну мабуть ще якісь треба буде купити, так? Да? Угу. Я не знаю. Тетраді. А на скільки листів? Не знаю, нам не говорили. Не говорили? Ну, вчителька все ще напише, скоро по книжки йти. Нам говорили, коли по книжки. Говорили, коли? Ближе к кінцю місяця. Ну, приблизно. А коли? Ну, приблизно. Чи написали вже точну дату? Я не пам'ятаю, зараз посмотрю. Що, серйозно? Та давай ще скажи, що завтра чи сьогодні. Та ні. Ого, щось всі так роз'їздилися. Капець. Так. Підручники видаватимуть вже до вересня, от все. Угу. Ой, а все ж картошку треба вибрати. Я знаю, ми завжди вигрібаємо. Вибираем картошку до того, как идти в школу, вот. То есть идем в школу, у нас уже картошка выбрана. Чуть на вас волосы
волосам. А завязывай, бо вообще жарко. Нет, у меня не еще жарко, волосы я просто завести, чтобы заплести, чтобы накрасить ресницы. А потом я их распущу. Не знаю, мне кажется, жарко с распущенными. Хотя, видишь, как-то пасмурно, в принципе, нормально. Да. Только резко не тормози. Да, что ты себе очень не повыдумывала. Да. Ну, ты такое придумала, конечно, мне. Не падайте, пожалуйста. Хотя я помню, тоже мне хотелось и реснички подкрасить, и все. У меня легкий макияжик. Я еще в машине не красилась. Я буду говорить, где будет ямочка. Вот, например, скоро будет сейчас. Тут соединение этого. Подожди. Все, дальше нормально. Открывают, когда красятся. Ой, блин. Я просто дома забыла накраситься. Я бы сказала, скорее не успела, чем забыла. Да. Все, я торможу. Отлично. Мы не успели. Я могу накраситься нормально. Ничего себе, как ты комару пристроила, слушай. Ух. Да робот не открывай так. Блин. А что рядом сидит? Дивится, це ж з великою машиною. Меня не волнует, я крашусь. Я опять останавливаюсь. Не падайте, пожалуйста. Ой, блин, сыр. Давайте вас накрашу. Блин, ну мала ты даешь. Так, да я вспомню, куда ее ехать. Господи, я же забыла, куда мне туда ехать. Куда я... Фух, а ну. Все, я уже накрасилась. Где я в барнату, видать? Трошки красить, а реснички підкрасила, там чуть-чуть губки підвела, все. І довольна. Бо там пишуть, ой, куди ще краситься, 14 лет, а ви скільки красилися? Ну себе сповнив, скільки ти красився? Я теж в 14 починала краситься. А то ще, мабуть, раніше. Пусть пишет. Ну нічого страшного, раді Бога. Людям, мабуть, знаєш, що там. Короче, все мне нравится. Ночью все вспеваем. Да. О, кума наша, оно идет уже. Что на правоту, я не поняла. Короче говоря, я придумала, как собраться к Тане на балкон, через балкон. Ага. Если бы он еще был у нее открытый был, было бы еще. Да. А ну. Видите, какие красивые эти подъезды. О, Марина мені дзвоне. Да. Що сказала? Вона сказала на півдругу нам. Якраз ми зараз заїдемо туди, куди нам треба заїхати. Давай, подривай. Тетя Марина скаже, молодці, дівчата. Оторву. Та, звісно. Красиві під'їзди. Всі розмальовані. І там далі всі розмальовані під'їзди. Цвітками. Дуже гарно. Красота. Положи сюди. Де? Який цвіт красивий. Це джинс, так? Да? Угу. Цвіт джинс. Це ж приходила, коротше, там тю цвіта робила. І вона... Мені, Боже, Надя, які ногті, прислала мені в Вайбері. Тю Свята, це Женіна, нашого кума, мама. О, і вона, Надя, Боже, які вони красиві,
Даша сьогодні подивилася. Точно, так гарно, ну, на хтяж там нюхає сидить. Воно ж пахне. Помазали ж. Ну, дуже гарно. Боже, сиди, ти як красиво. А на сонці воно буде ще ж переливатися. Так. Да. Так, красота. Да, у нас фея, тетя Марина. І мої готові вже. Длину, звісно, вже укоротили, тому що жде мене картошка. Нічого, не зуби одростуть. Оце ще б так зуби одростали, як нігті. Взагалі було б супер. Будь здорова. У Даші алергія, я їй кажу, піди візьми цитрин в аптеці через дорогу. Не хоче. Іди. І що пищала, сиділа. Терпи. Чуєш, я так її буду знімати, на неї камеру так наставлю. Поняла? Вона сидіти, мене не сіпати. Алергія вже пройшла, випила таблеточку, Даша. Да. Цитрин її вже полешало. Тягала суплі, сиділа. Да? Ось такі. І ось такі. Дуже-дуже класно. Іде, скрючилася, зігнулася. Холодно. Холодно. Ну, да, так собі. Ну, ти ж брала вдягатися. Чуєш? Ну, все. Нормально. Не замерзнеш.